Здравствуйте, дорогой посетитель. В этом видео я хочу вам рассказать о том, почему не стоит торговать самостоятельно на рынке Форекс. Возможно, вы знаете, а возможно и нет, но 85% новичков, торгующих на Форексе, сливают свой депозит. Сливают 1, 2, 3 раза и больше никогда не возвращаются к торговле на валютной бирже. А происходит это из-за того, что просто у людей не хватает времени и сил на изучение всех особенностей торговли на Форекс. Люди не готовы изучать то, как работает программа MetaTrader, не то, чтобы изучать технические и фундаментальные анализы и тому подобные, написанные сухим математическим языком книги и мануалы. Те трейдеры, которых мы называем успешными, прежде чем стать таковыми, проходят огромнейший путь в несколько лет. Они тратят сотни часов на обучение, тестирование, практику и так далее. Сливают огромное количество денег и, пройдя через череду проб и ошибок, в итоге становятся профессиональными трейдерами, которые могут за пару месяцев увеличить свой депозит на несколько сотен процентов. Дорогой друг, готовы ли вы потратить столько же времени, сил, нервов и денег, чтобы научиться действительно зарабатывать на Форекс и стать профессиональным трейдером? Я уверен, что вы не готовы, ибо нужно быть действительно упорным человеком, которых очень мало. Да и стоит ли это того? Отсюда и такая плачевная статистика, что большинство людей все проигрывают на Форекс. И я вам рекомендую не начинать самостоятельно торговать на Форекс, ибо вероятность того, что вы сольете свой депозит, равняется 85%. Хотите потерять свои деньги? Дерзайте. Регистрируйте дилингом в центре, открывайте счет, скачивайте торговый терминал, загружайте деньги и начинайте торговать. Сами увидите, что из этого получится. Я сам лично 3 раза пробовал торговать на Форекс самостоятельно и 3 раза сливал депозит по $100. Хорошо, я потерял $300. В действительности люди теряют тысячи и десятки тысяч. Но однажды я выиграл. И сейчас хочу вам рассказать о том, как это произошло, чтобы вы смогли повторить то же самое, максимально обезопасить свои деньги и в сотни раз повысить свои шансы на получение прибыли на рынке. А самое главное, это то, что вам не придется самому ничего изучать, самому торговать и так далее. Мы уже поняли, что самостоятельная торговля в большинстве случаев – это полная задница. Ну что ж, готовы узнать прибыльную стратегию получения прибыли на рынке Форекс? Тогда поехали. Итак, хочу вам сказать следующее. На рынке Форекс родился новый тренд, имя которому PAM-счет. PAM-счет – это специальный модуль управления группой инвесторских счетов, которым управляет профессиональный трейдер. По сути, PAM-счет – это доверительное управление. То есть изначально вы можете стать инвестором, а не трейдером, что в корне разные вещи. Вы можете доверить свои средства управляющему, который уже прошел тот огромный путь, о котором мы с вами говорили чуть ранее, и уже имеет богатый опыт успешной торговли на рынке Форекс. Тем самым вы можете максимально обезопасить свои деньги, ведь успешный трейдер нацелен на прибыль, и у него есть такой опыт. А торгуя вы самостоятельно, то о никакой безопасности средств практически речи не идет. Сразу хочу развеять миф о том, что для того, чтобы стать инвестором и инвестировать свои деньги в доверительное управление, их необходимо большое количество. Полная ерунда. Столько же, сколько вы хотели инвестировать денег для самостоятельной торговли, вы можете инвестировать в доверительное управление. Как правило, минимальная сумма инвестиций в PAM-счет равняется $30. Согласитесь, это не столь большая сумма, чтобы бояться попробовать ее инвестировать в доверительное управление и начать получать прибыль с наибольшей вероятностью. В отношении того, что вы сами можете слить свой депозит за 10 минут. Это гораздо более правильный поступок в отношении использования своих свободных средств. За вас все сделает управляющий, который имеет большой опыт, а вам лишь придется поделиться с ним прибылью. Как правило, вознаграждение управляющего определяется количеством ваших инвестиций. То есть, чем больше вы инвестируете, тем меньше процент управляющий получает. Но начинаются договорные отношения по формуле 50 на 50. Важно отметить то, что управляющий всегда заинтересован в получении прибыли, так как прежде чем получать средства от различных инвесторов, он сам обязан внести на свой торговый счет собственные деньги. То есть, когда управляющий торгует, он торгует не только деньгами инвесторов, но и своими собственными, что еще раз говорит о том, что ваши деньги на Форексе максимально защищены, ибо ни один нормальный трейдер не захочет потерять свои деньги. Ну а чтобы себя еще больше перестраховать, то дам вам один простой совет. Не инвестируйте деньги только в одного управляющего. Лучше разделите свои средства для инвестиций на несколько долей и инвестируйте их в несколько PAM-счетов.
Говорю вам это из личного опыта. Иногда может возникнуть такой момент, что агрессивно торгующий трейдер может частично слить депозит, а другой более спокойный управляющий его восстановить. То есть, как ни крути, защита инвестиций в PAM-счета максимальная. Именно поэтому, осознавая эти факты, я решил однажды инвестировать $500 в доверительное управление. Каково было мое удивление, когда за неделю мой депозит увеличился на 130%. Это при том, что я ничего не делал, кроме того, что пара щелчков мышки ввел деньги на PAM-счет одного из управляющих, которого выбрал из рейтинга. Да, для того, чтобы вы знали, кому доверяете свои деньги, в дилинговых центрах есть рейтинг управляющих, который работает в режиме онлайн, и вы наглядно сможете увидеть, как торгует тот или иной управляющий, какую доходность он показывает. То есть вы перед тем, как сделать свои инвестиции, видите, сколько процентов принес своим инвесторам управляющий. Это суперфункция. Просто вы реально сможете определить, сколько тот или иной управляющий сможет вам принести дохода в перспективе. Если же говорить о том, сколько вообще может принести доходы, инвестированные вами деньги в PAM-счет, то хочу привести реальный пример, который произошел несколько месяцев назад, когда один управляющий принес своим инвесторам за 3 месяца увеличение депозита на 12 000%. То есть, если бы в данный PAM-счет вы инвестировали бы сумму в размере $300, то через 3 месяца ваш депозит составлял бы уже 36 тысяч. Можете мне верить, а можете и нет, но эту информацию вы можете найти на форуме одного из дилинговых центров, где множество людей уже обсудили эту тему. Ну что ж, это я вам рассказал краткую картину того, что происходит на рынке Форекс и как это может повлиять на ваши доходы. Давайте сейчас я кратко вам повторю все основные моменты и скажу еще кое-что полезное. Итак, что нам дают PAM-счета? Первое – это то, что вы можете сохранить свое время и нервы, которые вы можете потратить на изучение и практику самостоятельной торговли. Инвестируя в PAM-счета, за вас торгует профессиональный трейдер, управляющий, который уже прошел многолетний путь и имеет большой опыт успешной торговли, что, несомненно, скажется на ваших доходах. Второе – это то, что вы максимально защищаете свои средства и максимально снижаете процент возможного убытка за счет того, что вы всегда можете посмотреть прозрачный рейтинг и увидеть результаты торговли того или иного управляющего. Также вы минимизируете риски за счет того, что можете инвестировать средства в нескольких управляющих, торгующих с различными показателями агрессивности. Третье – это то, что вы можете получать прибыль, которая будет равняться нескольким сотням процентов, и чем больше будут ваши инвестиции, тем большую сумму прибыли вы получите. Также важно осознавать, что не только вы один будете инвестировать того или иного управляющего. PAM-счет позволяет одному управляющему получать инвестиции от бесконечного числа инвесторов, что влечет за собой большую ответственность управляющего. Четвертое – это удобство. Вы всегда можете в два клика мышкой инвестировать деньги в доверительное управление. Важно понимать, что будущее за простыми онлайн-инвестициями. Также в любой момент вы можете вывести все свои средства по первому требованию или реинвестировать полученную прибыль от одного управляющего к другому и еще больше увеличивать свои доходы. Это основное. Но уверен на 100%, что вам уже не нужно объяснять того, что рынок Форекс двигается в новом направлении. И умные люди уже сразу инвестируют в PAM-счета и даже не пробуют торговать самостоятельно, когда на самом деле это действительно не нужно. Просто инвестируйте те деньги, которые вы хотели инвестировать в самостоятельную торговлю, инвестируйте их в доверительное управление. Подведя простой итог, можно сказать следующее. Не нужно быть трейдером самому, нужно быть инвестором. Суммы одинаковые, но вот возможность получения прибыли отличается кардинально. Грубо говоря, от нуля до плюс 12 000%. Дорогой друг, вот что вы можете сделать прямо сейчас. Внизу данного видео есть кнопка, кликнув по которой вы попадете на сайт одного из дилинговых центров, где сможете ознакомиться более подробно со всей информацией по инвестированию в PAM-счета. Открыть счет и начать получать прибыль. Лично я работаю и инвестирую деньги именно у этого брокера, поэтому и рекомендую его вам, так как я проверил его временем и качество услуг гораздо лучше, чем у всех остальных известных мне компаний. Кликайте по кнопке прямо сейчас и забудьте раз и навсегда о том, чтобы самостоятельно торговать на Форекс. Идите в ногу со временем и получайте большие доходы. Поступайте умнее и делайте деньги сейчас, пока тысячи трейдеров ежедневно сливают свои деньги. Правильных вам инвестиций, дорогой друг.